Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух людей. Напомню, 20 сентября в каюте катера, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища, были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, произошла утечка газа в результате запуска переносного генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления точной причины смерти. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.